поздравляем с победой. Хотелось бы услышать резюме по итогу двух игр с Биллом Барсом. Спасибо за поздравление с победой. Ну, в принципе, то, что и ожидали, мы свои как бы наигрыши, которые мы делаем на тренировках, конечно, не до конца, но не все получалось, но мне уже больше нравится, что мы делаем на тренировках, это переносим на игру. И в преддверии там хороших игр, таких стыковых игр, в общем-то, те моменты, которые мы запланировали, мы их выполнили. На данный момент команда вышла на чистое первое место. В следующем туре будут игры с Кременчугом, который сейчас играет в континентальном кубке. Как вы считаете, команда приедет к нам более подготовленная или после континентального кубка они будут уставшие? Трудно сказать. Матчи там серьезные. Как они будут? У них есть еще тоже неделя до игр с нами. Я думаю, восстановится. Такая же команда будет, как она играла с нами, так она в том же ритме будет играть. Тут ничего нового нет, мы их знаем, они нас тоже знают. Здесь уже игра покажет. По этим двум играм с Биллом Барсом можно ли выделить кого-то из нашего состава, из игроков индивидуально и из команды соперника? Ну, я не сторонник кого-то выделять из нашего состава, из соперников. Хорошо сыграл вратарь. Вопросов нет. Он отбивался, в общем-то, много у него сейвов сделал. В общем-то, на уровне сыграл, на том, что он, может быть, на данный момент и играет. А с нашей команды, ну, я не хотел бы никого выделять. Спасибо большое.